22 апреля 1945 года 4-я гвардейская танковая армия генерала Лелюшенко преследовала врага в направлении Потсдама. Танкисты продвинулись на 20 километров на юго-западных подступах к Берлину. Они намеревались взять город кольцо. Немецкая столица, улицы, площади, переулки, дома, каналы и мосты были тщательно укреплены. Советские войска усиленно готовились к боям на берлинских улицах. Разведывательная авиация 6 раз проводила съемку Берлина. По документам и опросам пленных были составлены подробные схемы, планы и карты. В этот день на совещании в Берлине Гитлер сказал своим приближенным: «Война проиграна. До победы оставалось 17 дней».